добрый день. Вешкина Инна Яновна. Ну, сейчас как руководитель отряда из Магнитогорска. Ребят, которые имеют определенные потребности, желания, наверное, использовать различные роботехнические конструкторы, участвовать в российских соревнованиях регламента ИКАР. Ну, есть у нас ребята, которые уже участвовали, есть те, которые выросли, как говорится, из пеленок и хотят участвовать. Поэтому я думаю, вот эта смена, она даст большой толчок, чтобы уже в сентябре начать активно готовиться к сезону. На протяжении 2 недель чем дети будут заниматься? На чем будет упор? Ну, у нас много различных планов, и я считаю, конечно, первое, это чтобы повысить их эмоциональный уровень, чтобы они у нас к сентябрю могли, наверное, свои задумки, техническое такое направление реализовать. Здесь мы эти задумки попробуем воплотить в какую-то материальную уже форму, поэтому те ребята, которые не умеют что-то, не знают, они научатся, те, которые знают, поделятся опытом. Ну и вообще мы хотим здесь, наверное, расшевелить весь лагерь.